решил показать, как овес катаю. Не успел все наши закатать, высох весь. И решил так, все на его закатать целиком. Вот так он его хватает. Даже рулон не встает. Нормально было слышно, покажу все. Ну вот, овес, хотел сенаж закатать, не получилось, высох, уже вон ложится, вон такое пятно какое. Так, ешки его косило. Ну и вот он сам овес, он весь целый. Все, зерно, и его катаю в сено. То есть он два дня полежал, обсох, все. Нормально, это к тому, что солому зерновые класс плохо глотает. Все, он глотает нормально, давится, но глотает. Вот такой рулончик получился. Кому, короче, овцы день-два ковыряются в нем, потом начинают выделываться. Ну, это у меня, вон они уже, лишь бы домой не привезти. Этих серых говорят, что овес съедят мыши. Овцы день его едят, выбирают там туда-сюда и потом начинают выделываться. Быки его едят очень хорошо. Просто даешь. Я думаю, что коровы тоже самое будут. У меня есть заказчики, я им свезу, потом расскажу. Ничего, ни гербициды, ни пциды, ничего не делал. Вот с таким он, с травой, и мне еще и лучше на корма. Так что как бы вот так. Надо было его раньше, но так как народу у нас нету особо, не успеваю. Еще второе поле есть, попробую то хоть закатать. И то он уже длинный и желтый весь. На сенаж. Ну, он пойдет, потому что под сад там должна быть вика, правда, я ее не вижу. И снизу клевер. Клевера вижу, но почему-то маловато. Ну, вот такая вот он. Вот он овес. Охотником. И мне. Здесь я уже до хрена. Вот, короче, с этого ряда у меня вышло 4 рулона. Вот уже пятый. Там еще будет столько же. Не знаю, сейчас 4 закатаю. Пару раз еще можно было пройти. Оставить на сено. Ну, погоды уже нету. Но так выглядит наше поле. Там в конце волки гребем. И, наверное, сегодня докатаю это поле. И поеду к селоске заниматься, наверное, сенажом. Так что вот так. В июне была засуха большая. Особо ничего не росло. Кто рано в апреле, в конце апреля у нас посадил... Овес тут пожалел. Мы 1-2 июня сажали его. И вот он у нас очень хорошо поднялся. Прям зеленый, здоровый был этот. Потому что вот этот вот засуха маленько затормозила рост овса. И у тех, у кого взошел, он, ему надо было уже в то время влага, чтобы подняться хорошо. А у нас еще он особо не взошел, только подымался. И потом пошли дожди, и очень хорошо поднялся овес. Так что как-то бы вот так. Вот такой рулончик. Я сказал, что это будет на сено. Ну, сейчас, наверное, еще пару кадров покажу. Вон, даже куча грабли не прогребает. Покажу, как он. Что-то у меня шланг, что ли. Не хотелось бы. Покажу, как он глотает пару кадров, и на этом видео прекратим. Так, а зимой покажу, как она поедается. Так,
Вот тебе и показал, взял бы забил. Но это пока я с телефоном игрался. Надо было чуть притормозить, чтобы он маленько проживал. А так, вот так это делается. Опасно, конечно, но опыт. И даже так не идет. Тогда открываем прижимную планку и пробуем еще раз. Неудобно это с телефона все делать, но стараюсь показать, как это все лечится. Главное, чтобы меня туда не засосало. Вот и все. Вся любовь. Стараемся просто не доводить, чтобы уж там забило все как камень. А так чуть-чуть встал, продвинули его, да и все. Ладно, сейчас. Так, ну что, дубль 2 сейчас попробую показать, как он все дело глотает. Так что как-то вот так. Ну ладно, смотрим. Овес здесь